Всем привет! Сейчас я нахожусь на фестивале веганской еды, Plant-Based Festival, ну, веганской как растительной еды, который проходит в Токио. Приходит он примерно раза 2-3 в году, даже 4, по-моему. И вот сегодня я пришел на него, у меня как раз выходной выпал. И вот можете посмотреть, какое здание огромное здесь. Вот смотрите, просто огромный павильон, находится в выставочном центре, недалеко от Адайбы, не помню, как называется. И вот смотрите, сколько людей пришло. Вот продается такой ресторан, здесь представлены, видите, можно выбирать еду. Вот тут есть караге, это как бы курица, да, веганская, сделана с сои. Вот есть разные. Вот караги, я пробовал. Вот такая штука тоже, типа караги, тоже типа курица. Вот карри там, все, японские штучки. Вот мороженое продается. Веганское тоже. Мороженое. Вот тут есть всякие сладости, пирожные. Вот здесь продается еда тоже, вот есть всякие сэндвичи тут, всякие вот суши. А вот рестораны тоже продают такой вот рис с веганским мясом. С веганским мясом, вот есть здесь такие пиклс, как они называются, да, соленье. И вот карри тоже есть, вот даже знак веган есть, видите, веган. Ну тут веганский сыр тоже продается, дороговато, конечно, немного, ну что поделаешь. Тут есть нудлс, да, лапша, горячая буду заливать. Ну вот так вот. А вот тут, там лекции проходят, он дальше есть сцена. И проходят всякие семинары и лекции. Но здесь не только веганский фестиваль, в этой выставке тоже проходят другие выставки одновременно в одном и том же зале. Поэтому веганская выставка находится немного в маленьком месте, где мало выставочных лотков. Всем удачного дня, увидимся!